Я попал? Блин, надо Олега записывать ЛМР. Ой, ЛМР, СМР. ЛМР? Я буду озвучивать и химицу, когда ей ваших топоров стал передать. Здорово. Погнали в раз. Ну, Даня, надо купить раз. Вот Даня будет нам дома строить. Он посмотрит гайд на ютубе. Откуда писать возьмёшь, а? Ты, блин, ты 2000 откуда взял на с половиной на Elden Ring? Бабушек обворовал, ты пенсию у бабушек воровал. Нету на улице. Так не у своих. Это залупа, а не игра на самом деле. Если у тебя нет, блин, 24 часа в сутки, в неделю подряд на то, чтобы играть в раз, то играть у него нет смысла. Ну да, кстати. Если у тебя нет друзей, тоже нет смысла. Не спускай. Блять, зомби. Я не могу найти, блять, эти генеры. Raid skill check. Raid skill check. Прояви себя давай. Проявляю. О, raid skill check, проявил себя. Он бегает, он живой, вон там он. Подожди, а что с ним происходит? Он зад-вперед бегает просто. Посмотри на него. Что с ним? Иди сюда, Артём, вот. Ой, блядь, а чё это ходит такая хуйня? Ну, зомби, они бьют. Да? Да, сейчас не происходит, это рофл, конечно. Нормально? Вас преследуют. А, нормально, она его вытолкнула сюда, короче. Блядь, пиздец, я уже испугался. Чё она... С ворота его вытолкнуть, блядь. А, зомби, блядь. Ой, куда, блядь? Чинили? Ой, куда, блядь? Ой, куда, блядь? Ой, куда, блядь? Ой, куда, блядь? Что я ослепляю убийцу? Убейте меня, блядь, как сложно. Что такая душная катка? Почему никто не чинит? Почему вы... О, здорово! Поебалу топором! Блин, такая средневековая музычка играет, нормально, когда за рыцарь. А, сука, сука, это у меня еще музыка играла, я перепутал. Там пацаны сидят. Я не буду с хуйней. Олег там веселится, наверное, ракеты строит. Как раз обшелся. Какой ты громкий, блядь. Извините, я не хотел. Один трап спался. Я пришел. А чё наброшились на него? Я не наброшился, я просто пошел. И почему-то сразу же обобщил. Коля ничего не говорил. Да. Нет, но Коля буканул на мой звук, хотя это не мой звук. Как бы я Коля буканул. Во-вторых, я обсосок. Внезапно. Сам сказал, блядь. Ну просто не знаю. Это Олег сконтатировал, сконстантировал, сконстантитировал. И я просто не могу понять там почему. Чего там, веселитесь в Майнкрафте или как? Не в Майнкрафте, да. Нет, нет. Олегу это не мешает веселиться. Так, наверное, в Майнкрафте. Нихуя! Он что летает, блять? Это читер ебаный. Павнились, короче. О, ты тут же. О, я надо и телепортировался. Офигеть. Я тебе говорю, он не телепортировался, он прилетел. Да, он да. Ноуклипом летает. Сата? Я не имею этого. А, возможно, кстати, у этого. У Дэвида стоячок есть, этот перк. Конечно. Встает. Да. Вот, сидит, играет, думает не место. Ну говно ман просто. Я, кстати, тоже довольно легко от него бегал, но он сам такой слабенький. Возможно. О, полетел, да, полетел. Да, да, я вижу просто. Полетел. Это, конечно, рофл. Осуждаю. Ааа!
я уже смешали. Блять! Наед, что ли? Наед! Да, быстро открывай, короче, ворота, у меня лидер, давай. Так я спринтер просру. Ну, хорошо, просто открывай быстро. Открывай, пока открывай. О, блядь! Ладно, не открывай, уходи. Даня! Даня, Даня! Давай, давай! Открывай! Давай, ползу! Да, не, не убегай, да. Ладно, видимо, убегай. К нам последняя бежит. Ну, пытаюсь убежать. Ну, Артём, может успеешь, нет? Да. Всё, она меня спасает. Прикол, прикол вообще, повезло, повезло. Что она зажала. Нахер она, блин, коматы стала, я не понял. Ой, хорошо. Бля, это жестко, жестко, она всех отпустит. Он за тобой? Да. Оп. Давай. Алло, меня стукай. Меня стукни. Блин, так ладно. Ну, дай в снеговике его не задание. И Артём дай в снеговике. Ну-ка, давай нам дадут очки, если мы встретимся в снеговиках. Это не Артём. А, да? А, ну давай. О, рискованный гуляни. Мне вот это понравилось, это не Артём. Это реально забавно, ладно было. Надо третьим к вам надо, да? Можно, конечно. А, на тебе генератор, бабах. О, нифига, меня вот русского человека вывело на картинке со всеми измерениями. Так. А, 5 это вот этот? Подожди, это что за 5 такая? У меня 5 не русская какая-то. У меня там явно не 17 сантиметров будет. Подожди, я сейчас померю. Какие 17 сантиметров? Там написано 5-17 сантиметров. Ну-ка. Ну, а хотя... А хотя, да, реально, у меня 16, я бы сказал. Я сейчас растянул как мог, прям максимально. 17, но не с половиной. Я растягиваю как могу, и у меня чуть больше 18. А, ну все, у тебя вот среднестатистическая 5. У тебя. Да и у меня, в принципе, тоже, просто у меня меньше, у тебя больше. Да не, на самом деле, ёлка 1.20 метра, наверное, где-то. Я уже понял, что не 5. Такую машину вешать только. Подожди, а какие еще есть тогда? Чтобы запомнить. Фут, локоть, аршин. А, аршин это по плечо. Локоть это по локоть. Косая сажень. Да, блять. Прямая сажень, косая сажень, там, пиздец. Да, вот это маховая сажень называется, офигеть. С юго-востока на северо-запад. Протягивается. Блин, прикольно, что... От левой ноги к правой руке. Я сейчас зарядку сделал, пока повторял за эту картинку. И одна ладонь. Ладонь, 6 ладоней. Один локоть, 6 ладоней. Ну все, запомнили эту бесполезную информацию. Щедрость я тебе вот это вот, значит, это привалила вот так вот от меня. И поэтому вводи промокод NICE. Просто вот слово NICE. Ну вот. NICE. Нихуя! Носи его с гордостью! Спасибо. Реально приколы, подожди. Спасибо, конечно. Таких подарков я не ожидал. Я их запомню. Я их сейчас везде повешу на всех. Это поможет. Я буду носить их с гордостью. Ладно, давай еще третий тебе захерачить. Еще? Без пробелов, без всего, просто вместе. Два раза. Winner, winner. Ооо. Сковородку, ничего себе. Вот это пасхалочки, нормально. Все, у меня будет два ЛГБТ-флага и сковородка. Ну, хороший набор такой. Против женщин. Почему против женщин? Против гомофобов. Это как провокация получается. Два флага нацепил и сковородка. Так, на всякий случай. Она чинит. Блять, какой еблан, а? Ну пизде. Ну блин, извиняюсь. И да. Смотри. Ох, ебать, давай, ладно. Спасай, блядь. Блядь. Ну, часы есть?
Да, блядь. Да, есть, есть. Ладно. А на тебя часы что, не работают? Да, не работают. Нет, часы такое. Да, мы же выяснили. Какая хуйня, блядь, эти часы? Да вообще ужас. Причем еще на спасающего не это. Вообще бред, блядь. Блядь, вы в центре вычислили. Блять, это детище света, мужик, он не слепится. Я ебал твой рот, дядя. Где генеры, блядь? Я в туалете. Ты куда бежишь? Генератор давай искать. Да блять, я там был, нет, там нихуя. Ну вот. А, блядь, ты ко мне пришел. Иди нахуй, дядя. Бегу снимать. Давай, а он скончался все. Блять, дурында ебаная, сука, тварь. Я скончался. Вот генер. Пидорас! Сука! Чем ко мне? Я не к тебе, я никому не нужен. Че, дай мне загенерал? Бежим, 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 бежим. А, блять, в лицо ей вышел, нахуй. Летим, Даня, давай. Летели. Я нашел лучшее место для пережидания ночи. Шкафчик? Наверху. Блять, против грязи в шкафчике, блять, наверху в этой штучке, где тут это спрыг есть на первый этаж. Не знаю, ты сам вырубался. Я тебя хотел полечить. Так, Даня, я смотри на мой зад, я смотрю на твой вперед. Это как? Я смотрю на твой зад, давай. Это вы валетиком легли, что ли, там, я не знаю. Ну, ох, блядь! Нихуя обосрался. Давай, бежим и лечимся. А гений патрулит. А я бегу, бегу, бегу. Сейчас а я бегу, 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 бегу. Ой, грязь не надо. Ой, 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 ой. Ладно, сам потрогаю. Блять, он не на корабле, это ебаный в рот. Да не так уж рядом, у нас здание. Она по кругу носится там. О, сейчас еще надо один дать. Давай на корабль, да? Можно на корабле, да. На корабль, да. Да. Подвал вроде нет, тут я не заметил. Подвал в подвале? Ой, подвал в лачу. Подвал в подвале, там всегда. Так, так. Они почти вычли, Артём. 5% осталось. Спасибо, спасибо за информацию, держи в курсе. Готово. Держи в курсе, держи в курсе, Данила. Я это я. Это не ты, да, да, да. Сейчас на картах приползет. А, вон, она сидит на картах, вижу пиздарики. Я не вижу. Я могу хиты ловить. Да, она тут. Бать, он неудачно ударил, ладно. А кого он ударил? Он ее ударил, пока ее снимал. И типа не засчиталось. О, блядь. Давай, беги. Беги, беги, беги. Или не успей, как ты. Сука, у нее же устройство. Чуть-чуть не добежал. Да нет, он добежал, у него просто капкан сработал. Ой, все, это реально. Ебать. Вот это парень неудачный. Обидно.